Ну что ж, пойдемте дальше. Сходим вниз, посмотрим, что там. Немного крышек. Ядерко убрать пока не будем. Ну, труп лоботомита. Видимо, роботы его встретили не очень добро. Видим какие-то столы, да. Чье-то тело, работающую пилу. О. Можно нажать. Она начинает пилить. Видимо, здесь проводились опыты. Гробы лежат. Схема киберпса. Еще чертежи. Робот разобранный. Чьи-то мозги. Испытательный терминал. Ну, нам еще тут рано. Сюда тоже нас не пускают. Здесь взять нечего. Так, я думаю, надо сменить оружие. И давайте почитаем терминал. Итак, нам одолжили импульсно-волновой модуль. А лаборатория X-13 одолжила нам опытный образец электромагнитного импульсно-волнового модуля для звукового эмиттера, чтобы мы использовали его на испытаниях по сбору данных. Модуль позволяет звуковому эмиттеру отключать определенные силовые поля. Не позволяйте подопытным покидать лабораторию X-8 с этим модулем. Он, конечно, не будет функционировать за пределами Большой горы, но служба безопасности нас прикончит. Благодарю всех за понимание. Доктор Адам Фигис. Доктор медицины, доктор философии, доктор ветеринарии, доктор. В общем, известный, наверное, чувак. Проект Берг и проект Хэр. Ну, можно, конечно, было прочитать по-другому, но давайте не будем. Итак, да, проект Берг подразумевает некоторые действия, которые при узком и ненаучном взгляде на вещи можно назвать искоренением могил. Да, нас вынудило пойти на это сокращение бюджета. Нет, никто из высшего руководства не использует эти трупы ни в каких иных целях. Относительно слухов по поводу проекта ХЭР, который якобы предполагает охоту на гражданских лиц для обеспечения нас подопытными, я даже не стану удостаивать этот бред ответом. Еще вопросы есть? Ну, опять же, этот доктор. Видимо, вот эти гробы относятся к какому-то проекту Берг. Ну и важное напоминание самому себе. При программировании новой модели домашнего киберпса на выполнение команды «Апорт» я случайно бросил ему аудиозапись его собственного лая. Киберпес не отдает запись и проявляет признаки агрессии при попытке ее отнять. Я оставил ее в перестраиваемой жилой зоне, пока не понадобится. По-моему, киберпес ее закопал. Доктор Ричард Гейсон, доктор философии, доктор. Ну ладно. Интересная информация. Сюда нас не пускают. Что у нас в шкафчике? В шкафчике у нас много всего полезного. Возьмем. Ну что ж, давайте подойдем к терминалу. Запуск теста по сбору школьных данных. Ну, базовый тест. Задача. Любыми средствами получить 3 личных дела учеников обычной средней школы. В зоне испытания активированы основные протоколы систем безопасности. Критерий успеха. Получить 3 личных дела учеников. Критерий провала – не суметь получить документы. А, ну, видимо, он запущен. Я так понимаю, нам сюда. Сюда нас пока не пускают. Ну что ж, пойдемте. Так, мы внутри. Attention, students. This is the pre-recorded voice of your pre-recorded principal, Dr. Principal Boros. You may know me as the head chief first researcher of labs Z9 and Z14. There I fought valiantly to
to preserve rattlesnake DNA and put it right where it belongs, in the husk of another feared predator. Oh, and the tarantula. Can't splice enough, I always say. Especially if you can make a magnificent cazador. Enough about me. It has come to my attention that many of you seemingly innocent children have been subverted by Red propaganda. This is a most serious matter, requiring the most serious of detentions. Can you spell detention? I'll tell you how I spell it. Deftention. Commie Pinko traitors? Oh! Now, I will send vicious cybernetic cyborg dogs through the corridors to weed all you traitors out. They will sniff out which among you have chosen the commie path. Especially you, Betsy Bright, who turned me down to the high school dance so you could smoke with Richie Marcus. All monitors will also be vigilant. Step outside during class, and they'll make sure you make a speedy jump back to your desk. Hold your urine and wait for the proper bathroom break time. Ну и так, наконец-то Борус заткнулся. А что мы видим? Ну, какие-то кубки. Непонятно, что на них написано. Сундук. О, крышка, заколка. Ну, перчатку брать не будем. Силовые поля вот те самые. Так, так нас уже запалили. Кто нас запалил? Киберпсы. Минус один. Выглянем. Ой, лазерная турель. Лазерной турели я не хочу иметь ничего общего. Так, вот какой-то терминал заблокирован. Ну ладно, что поделать, давайте обыщем вот эти ящички. Взять нечего, взять нечего, взять нечего. Тут тоже, тут тоже. Ну ладно, пойдемте дальше. Чей-то труп, лоботомита, скорее всего. Так, турелька. Минус турелька. Так. Нет, пока наш пистолет не умеет отключать поля. Что несколько грустно. Что-то нам подсказала наша, так сказать, эта способность. Кстати, можно попить. Хоть немного радиации схватим. Где-то нас запалил киберпес, но где он стоит, непонятно. Росомаха. Ты похож на Росомаху? Нет, не похож. Ну ладно. Сохранимся. Посмотрим, что есть здесь. Крышечка, отлично. Здесь ничего. Итак, компьютер. Управление турелями. Давайте попробуем взломать. Так. Explorers? Нет. Да. Modify? Нет. Нет. Ну ладно. Убедили черти.
цели не указаны. Ну ладно, что ж поделаешь. Чей-то труп. Да, их акустические волны, конечно, не слишком приятны, но мы получили уровень, который мы не сможем получить, пока мы тут в опасности. Ну что ж поделать. Ой. У! Как неожиданно. Повешенный на чем-то скелет. Ну, школьный терминал. Извлечь до записи, да. Промежуточные оценки Ричи Маркуса, о котором говорил Борус. Да, результаты экзаменов. Все F, все плохо. Ну что ж. Так, первую добыли. Идем дальше. Библиотека. Как говорится, не подскажете, как пройти в библиотеку. Ой. Бро. Откуда? Лоботомиты. Ой, отмычка. Что у тебя есть? Ничего у тебя нет. А у тебя? Тоже ничего нет. Вантус. Вантус, это, конечно, хорошо. Так, очередной монитор. Записи об учениках Черио Беннон. Внеклассное расписание. Угу. Еще один ящичек. Немного крышек. Полезно. Стоит эта штука. Вот если бы мы могли... Но нет, у нас не получается. Она бы упала и разбилась. Было бы куда как удобнее. Ходят тут всякие бомжи. И он там не один. Ну-ка, что у нас? У нас немного повреждено. Ну, броня нормально. Чуть-чуть износилась, конечно. Выпьем Санса со спариву. Возьмем батарейки, больше ничего взять. Так, 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 так. Ах, хотя нет, стоп. Жареный богомол. Еда, это хорошо. Так. Идем, 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 ищем последний монитор. Ну, впереди у нас, кстати, ментаты возьмем. Явно светится та самая турель, которую мы видели. Давай заходим. И уже будем стрелять.
сделали еще одно испытание. Турелька. Орлеан. Да. Цели не указано. Ну что ж, печально. Немного опять крышек. Если вам не понятен смысл этого испытания, поверьте, мне он тоже не понятен. Но, видимо, мы что-то за него получим. Бафалт. Стимуляторы. Немного воды. Пусто. 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 Еще бафалт. Сохранимся. Опять кубки, кубки. Ну, в общем, мы вышли из зоны. Поэтому давайте. Ну, в общем, там он опять про Рики Маркуса этого. Так, давайте до 60 поднимем энергооружие. 5 очков кинем в скрытность. Еще одно выживание. Далее. Охотник. Критического урона. Это неплохо, кстати. К выводам. Так, так, так. Кровавая баня, санитар. Так, давайте опять же промотаем. Вниз. Тяжелые тренировки. Тяжелое оружие, это, конечно, хорошо. Обращение с оружием. Давайте вот возьмем обращение с оружием. Чтобы у нас все было классно. Ибо, конечно, надо бронебойными. Мы уже, кстати, подняли половину 18 уровня. Так, слегка. Возьмем батареек. Скроем ворота. Что у нас тут есть? Ничего. Дельного просто получили немного опыта. Ну и испытательный терминал. Бетси Брайт. 7 прогулов. В общем, ничего отдельного. Так, у нас тут появились новые враги. Выйдите из школьного полигона. Не очень опасные противники, особенно для нас. Так, мы больны, мало истощения. Съедим богомола. Съедим стейк из геккона еще. Да, и давайте выпьем Сансет со спарила. Так, я так понимаю, выход здесь. Итак, мы добрались до какой-то лаборатории. Видим здесь, да, Киберпёс 3000 изображение.
электроны, мозги. Что-нибудь здесь есть интересное? Кроме монитора нет. Итак, просьба о помощи. У нас возникла небольшая сложность с мобильным травмокостюмом Y-17. К несчастью, один из членов исследовательской группы X-12 вчера вечером подавился тыквенными семечками и скончался прямо на рабочем месте. По неизвестной причине его мобильный травмокостюм Y-17 не отключился. Хуже того, в результате сбоя системы костюм с покойным Харрисоном внутри теперь атакует других сотрудников. Вы нам не одолжите какой-нибудь прототип, чтобы прекратить это безобразие. Барб. Ну, то есть, нормально такая большая гора. У них там человек умер, ходит по всем, стреляет теперь. Они просто пушку пишут. Высылаю вам ружье Киберпса 9000. Должно помочь. Сообщите, если возникнут сложности с управлением адом. Ружье Киберпес 9000 заперто. У нас случилось очередное происшествие. При попытке уничтожить травмокостюм Харриса, сотрудник, державший ружье, поскользнулся, упал и выронил его. Оставшись без оружия, группа была вынуждена отступить и изолировать лабораторию X-12. К несчастью, ваше ружье 9000 тоже там. Ну, это нам дают наводку. На случай, если мы захотим получить ружье. Но вряд ли мы захотим это сделать, но мы это место посетим. Так, присядем. О, кстати, интересная картинка. Собаки играют в покер. Sit, stay, kill. Ну ладно. Так, что у нас тут есть? Патроны. Враги. Ну, а больше ничего отдельного. This area clear. Proceeding with search protocol. Ну, это явно этот протектрон. Против протектрона. Давайте попробуем вот эту штуку. Видите, она его оглушает. Что в принципе не то. Лоботомит. Нечего с него взять. Что же здесь пусто? Так, надо сделать так. Бежим, бежим вперед. Так, возьмем винтовку. Gabe, you're about to have your favorite treat. A visitor. Won't that be nice? Don't eat the visitor, boy. Don't, please. Law-abiding citizens have nothing to fear. Так, очередной протектрон убит. Интересно, про какого Гейба говорилось. Собственно говоря, вход. О, патроны для винтовки. Ну, возьмем и чудо-клей тоже. Кастет. Увеличение скорости атаки. Но мы не деремся в ближнем бою. Поэтому для нас бесполезен.
выход. Так, вот как раз вот эта дверь была выходом. Ну что ж, а теперь нам надо активировать следующее задание по сложности. Запуск испытаний киберпсов-охранников. Параметры заданы не полностью. Осторожно, злая собака. Войдите в испытательный комплекс. Так, ну давайте войдем. Итак, Гейба мы пристрелили. Что, в принципе, хорошо. Наркоманы. Ничего другого сказать не могу, просто наркоманы. Ну что ж, нам надо найти ямы, где собачка копалась. То есть покопаться в говне. Нет, здесь ничего дельного. И найти какую-то запись для эмиттера. Крышечка. Кстати, свинина. Ну ладно, она мало еды нам дает. О, аудиозапись и батарейки. Вы нашли рекалибровочный файл для звукового эмиттера. Отнесите его к музыкальному автомату в умном доме, чтобы провести рекалибровку эмиттера. Рекалибровку, господи, Гарус меня не простит. И получить новые эффекты. А нам в это время насыпали скорпионов. Нубилс там вещает про всех робоскорпионов. Так, а мы давайте пока быстренько возьмем топор. Stop that! You'll damage the hull! Oh, hit my RoboScorpion, will you? Пойдешь ты. Забито. Забито топором. Что ж, возьмем. Хотя нет, лучше все-таки эту штуку. Да, надо выпить Sunset. Пусто. Еще крышка. Ну, обшмонаем здесь все.
Так, мы нашли какой-то аудиофайл. Я так понимаю, вот как раз он позволит нам потом в отдаленном светлом будущем... А, кстати, я забыл шмалить роботов. Отключать силовые поля. Что, в принципе, неплохо. Но для этого нам сначала придется... найти для нашего автоматона личность. Давайте выйдем. Две водички. Здесь снова роботы. Не хочет парализоваться. А, только прикрытие парализует, ага. Понял. Ну ладно, весело. Можно побегать от скорпиончиков. Получим 18-й, да. Получили очередной уровень. Как видите, в дополнение это происходит очень быстро. Качаем энергооружие дальше до 70. А еще 5 очков скрытность. И. Я не знаю. Начинать ли качать красноречие или... Ладно, давайте пока будем продолжать качать энергооружие. Так, что у нас снова открылось? Так, хакер. Берем. Как вы помните, у нас есть одно задание, которое мы запороли, связанное с компьютером. Поэтому мы возьмем способность хакер, не раздумывая. Так, и какой-то тут добавлена заметка. Давайте посмотрим. Так, голозапись. На этой голографической записи содержится данные о сплайсинге робота и собаки, который можно использовать с помощью терминала биомеханического сплайсинга X8. Аудиозапись. Так, хорошо. Так, что у нас по заданию? X2. Ну, у нас еще есть в X8 сбор данных. И школьный тест продвинутого уровня. Ну что ж, пойдемте. А что делать-то? Продвинутый тест. Любыми средствами, бла-бла-бла. Все то же самое. Возьмем нашу винтовочку. Совершенствовать звуковой имитер. Но это все... Вот сюда надо подойти теперь. Да, загрузить импульсно-волновой модуль. В приложении к этому сообщению находятся данные по воздействиям поля на ваши генераторы силового поля. Направляю вам прототип, бла-бла-бла. Да, теперь мы можем делать так. И штучка отключилась. Нам опять перегрузы насыпали. Аж на 3 кило. Выкинуть-то нечего. Давайте съедим стейк. Ой, собачку.
Хорошо. Слышим протектронов. Так, топорик. Патроны. Хотя зачем они нам? Ну ладно, уже взял, так взял. Так, у нас тут стоит. Аппаратура. Здесь кто-нибудь есть? Нет. Где ж ты? Рядом прям орёшь-то. Снова взломаем компьютер. Если получится, импровер. Нет. Reminded? Нет. Результат? Нет. Аппарат? Да. Цели не указаны. Грусть какая. Открываем дверь. Естественно, одну пульку мы промахнулись. Так, у нас там протектрон, которому мы сломали ограничитель, воюет с турелью и победил, но ненадолго. Давайте возьмем. О, кстати, аптечка. Все возьмем. Так. Терминал. Все то же самое. Патроны для пистолета. Ребята явно любят потрепаться. Так, смотрите. Тройка упала. Только вверху кто-то бегает и копошится. Извлекаем данные, да-да-да, все хорошо. У нас кончился стейк из брамина, что несколько грустно. У нас 5 килограмм перегруза, что же выкинуть, что же выкинуть, что нам не понадобится. 9-миллиметровый патрон нам явно не понадобится, этот тоже. Патрон вот этот тоже нам не понадобится. Магнум оставим. Ну, выпьем для профилактики 3 бутылки. Давайте заглянем туда. Вдруг что интересное есть. Вот, например, аптечка. Антирад, медикс.
Полезно же. Полезная. Ну, здесь мы были уже. Так, берем снова в руки винтовку. Маловато у нас, конечно, боеприпасов. Ну, не так, чтобы очень, поскольку у нас все-таки есть еще много разных. Но все-таки уже так. Книга. В этот раз, я так понимаю, собачки не будет, мы ее застрелили. Even though I am a long ago graduate of this hated facility, now I see its worth and see it was corrupted by fraternities and girls. Yuck. К сожалению, вот тут дверка не закрылась. Поэтому еще раз открыть ее и облутать не получится. Что ж, грустно. Здесь снова собаки. Нет, не собаки. Не угадал. Возьмем пистолет. Сохранимся. Ай, черт, а сейчас собаки. Ну-ка. Одну парализовала. Ой, я чувствую, броню нам придется чинить, тратить деньги. Так, надо выбить панцирь. Мы снова здесь же. Ничего нового. Поэтому мы бежим вперед. Собачки. Собачки продолжают играть в покер. Здесь, как ни странно, пусто. Никто не отреспаунился. Как-то он руку держит странно в силовой броне. Крышечка. Если здесь верстак, нормального нету. А, что ж так. Модификация заряда. Сюда. Микроэнергетическую батарею тоже туда. Максимальный заряд. Рециклинг.
Крафт. Нет, отмена. Так. Здесь больше нет ничего. Сюда нельзя. А здесь что у нас? Здесь у нас стоит хмырь, которому мы отстрелим голову. Его друг, которому мы тоже отстрелим голову. Злые мы вообще. И еще один друг. Понаберут, понимаешь ли, в лоботомиты. Патрончики. По ЕГЭ мучайся потом с ними. Вот взял ты дробовик, и чё ты стоишь? Запомните, дети. Взяв дробовик, стреляйте из него. Не стойте. Что у нас здесь есть интересного? Еще один эксперимент. Зачем-то я взял бутылку. Отдел поставок. Необычная поставка. А, доктор Ричардсон, мы только что получили новых собак для экспериментов по проекту Киберпес, но, по-моему, поставщик нас надул. Животные, похоже, совершенно одичавшие. Всякий раз, когда мы приближаемся к контейнерам, оттуда раздается жуткое шипение и, да, треск, прямо как у гремучих змей. Скажите, нам открывать контейнер или лучше сразу отослать обратно? Отдел поставок, ждем указаний. По требованию доктора Ричардсона мы вскрыли один из контейнеров из-за последней партии лабораторных собак. Находившаяся там собака, я использую этот термин в весьма приблизительном смысле, явно страдала от чесотки в острой форме, а стоило нам открыть клетку, напал на специалиста Экерса и убила его, и попыталась заглотить целиком. К счастью, ситуация разрешилась сама собой, специалист Экерс был весьма крупным мужчиной, и тварь подавилась до смерти. Кто-нибудь знает про эту поставку? Ждем указаний. Ну, то есть нормально, да, так? Прислали им ночных охотников вместо собачек. И всех погрызли. А, ввиду большого количества выбывших по смерти после приемки последней группы подобных животных, отдел поставок закрывается на карантин. Даю вам обещание от себя личных, что как только с чудовищами разберутся, я готов работать сверхурочно, чтобы все ваши грузы были доставлены наилучшим образом и в срок. Однако, поскольку на данный момент в нашем отделе остался в живых я один, с отгрузками возможны некоторые задержки. Напомню, что у доктора Каллиса в X13 имеется ключ-карта от этой зоны. Скиппи, который выжил. Касательно закрытия отдела поставок. На последнем заседании руководителей отделов мы обсуждаем возможные плюсы недавнего инцидента с грузом. Мы собираемся изучить неожиданное поведение подопытных, выпустив их на полигон, прежде чем забрать их из лаборатории X8. Отдел поставок останется закрыт, пока мы не примем окончательное решение по этому вопросу. Доктор. Итак, мы узнали, что ключ-карта. Да, находится в X13. Вот здесь. Ну что ж. Возьмем. Вперед. Навстречу приключениям. Так, давайте встанем во весь рост. Мы вроде здесь все зачистили. А в случае, если нет, мы всех убьем. Так, и давайте, кстати, выкинем разный хлам. Бутылка и чудо-клей у нас где-то тут был. Знак Цезаря, кстати, выглядит вот так, если кто интересовался. Кровь ночного охотника тоже выкинем.
Чудо клей. Так, мы снова здесь, но никто не пытается нас убить. Что меня, в принципе, устраивает. Собственно говоря, дверь, да, для которой нам нужен пропуск, вот она. Здесь лучше присесть. Потому что что мы слышим? Правильно, скорпионов. Мы слышим чертовых скорпионов. Так быстрее. Так, надо бегать. Отлично. Там остался большой рад скорпион. Да выключи. Давай, три. О, молодца. Ну-ка, если бронебойными. Плевал он. На бронебойные. Тогда переключимся обратно. Сохранимся. Ну и давайте обследуем оставшуюся часть помещения. Химический набор. Сделаем стимулятор. Наркота — это, конечно, хорошо. Да, но стимуляторы, они нам всегда важнее. Сундук. В сундуке патроны. Терминал сплайсинг лаборатории. Отлично. Правила биомеханического сплайсинга. Первое. Поскольку правительство недавно урезало нам финансирование, теперь в день можно производить не более 3 экспериментов. Второе. У нас в X8 не 100 клеток. Допускается создание только одного киберпса сверх числа, необходимого для тестирования. Третье. Перед началом экспериментов по сплайсингу уберите с платформы все лишнее. Четвертое. Эксперименты запрещено проводить за пределами X8. Пятое. И, наконец, не забывайте отключать систему безопасности до начала эксперимента. Итак, сплайсинг робота и собаки. Чпинг. Робот, собака. Тогда мы получили киберпса. Ну что ж, хорошо. Очистить зону сплайсинга. Сплайсинг лоботомита и робота. Ну, я думаю, все пасхалку поняли. Не прожило долго наше чудовище. Очистим зону.
и создадим лоботомиту и собаку. Ну, как-то не удалось. Ну что ж, мы выполнили все ачивки. Лоботомит, причем с дробовиком был. Давайте спустимся вниз, глянем, что тут лежит. Патроны, патроны, патроны. Да больше ничего дельного тут и не лежит. Итак, ну что ж, двигаемся на выход. И по пути зайдем в большой дом. В умный, точнее. Вперед. Здесь у нас куча робо-скорпионов. Поэтому давайте расстреляем засранцев из плазмы. Засранец где-то спрятался. Куда ты побежал? My robo scorpions will soon conquer the crater. It's just that this is a big place, so it's hard to conquer everything. Так, к нам бежит собака. И робо-скорпион. Ну, пускай бежит. Мы пока обшмонаем их трубы. Кстати, бочечка у нас радиоактивная. Что поделать? Что поделать? Так, возьмем вот эту. Санцу-то мы отсюда взяли. Вот отсюда возьмем две. И одну из них выпьем. Ох ты! Полицейский киберпес. Что-то какое-то не особо, да? Где тут стреляет? Этот парень. По кому-то, ну, мы ему мешать не будем. Пускай стреляет. Видимо, с лоботомитами схватился. Что ж, карта. Собственно говоря, вот она. Нам вот сюда, в X13. А по пути мы как раз заглянем в X12. Даже, я думаю, мы сначала заглянем в X12. И потом вернемся, сгрузим весь хабар в большой дом.
сказал, что впереди враг. Что ж, давайте я не буду вас утомлять этот хайбой, и мы встретимся уже на подходе к X12.